В диалоге между предпринимателями и властью должно быть меньше барьеров. Чтобы их максимально сократить, в Тюмени прошел обучающий семинар «Карта инструментов поддержки финансирования». В нем приняли участие более 40 человек, причем большинство из них – это действующие бизнесмены разных предприятий. Они поделились со своими коллегами опытом взаимодействия с властями, а именно, как обращались за финансовой помощью, сколько на это ушло времени и так далее. У нас на 15 декабря, 15 либо 14, сейчас дата еще уточняется, у нас запланировано очередное мероприятие по обучению предпринимателей. Вообще все эти мероприятия, они организуются при поддержке Минэкономразвития, при поддержке правительства Тюменской области. Все это делается в рамках деятельности регионального центра инжиниринга.